Здравствуйте, на связи Игнатов Олег, и в сегодняшнем уроке мы научимся с вами отбеливать зубы. Для этого нам понадобится инструмент волшебная палочка. Также посмотрите, чтобы у вас здесь было выделено, добавить к выделенной области. Поставим допуск 20, будет нормально, и приблизим зубы. Волшебная палочка. Начинаем выделять. Собственно, все качество нашей конечной картинки будет зависеть от того, как мы выделили зубы. Поэтому нужно их выделять достаточно хорошо. Выделяем в уголке. Так. Здесь тоже все это нужно выделить. И вот мы видим, что немного мы залезли на десну. Нажимаем данную кнопку, то есть это вычитание из выделенной области. Наверное, допуск поставим 10. Так будет лучше. И аккуратно подправим улыбочку. Далее редактирование, изображение, коррекция, цветовой баланс. Вот здесь нам нужно переместить бегунок немного правее в сторону синего. То есть мы видим, что желтое становится белее. Если совсем уж в крайность его сместить, то синее. Если сюда, то желтое. Так вот смотрим, чтобы цвет зубов был естественным. Я думаю, вот так вот будет хорошо. Нажимаем ОК. Отменить выделение. И вот такая вот улыбка у нас получилась.